Я тебе расскажу. Вот, на улице опять жара. Жара 27 градусов. Я смотрел там, где пожарная часть. Там у них показывают термометр электронный. 27 градусов на улице. И, возможно, сейчас, кто смотрит сейчас YouTube, я вам рассказываю. Вот я иду по жаре. Вот, даже кошка уже от жары вот, вот затыхает. Я говорю, серьезно, тут невозможно сейчас ходить. Сейчас жара на улице. Сейчас мало народу, мало детей. Но если вы смотрите сейчас это видео, сейчас я вам скажу, сколько время. Так, ну, а время 14:03. Так, я сделал число, чтобы какое сегодня. Сегодня 30 число. И вот. Вот что хотел сказать, вот, 30-го. Вот. Дрон, вот тень. Тут опять кошки. Ну вот. Ну вот, ребята, что я вам хотел. Я сказал. Носите с собой зонтики от солнца. Вот, ну я пошел дальше гулять. Что еще найду, хорошо, я вам сниму. Все, всем пока.